Презентация сервисного центра по обслуживанию налогоплательщиков состоялась в четверг в Измаильской объединенной налоговой инспекции. Принять участие в этом торжестве в Измаиль прибыл председатель государственной налоговой службы в Одесской области Александр Чернобай. Присутствовали на событии представители органов исполнительной власти города, а также первые лица Измаильского района. Выступая на открытии, начальник Измаильской объединенной налоговой инспекции Татьяна Шилина сказала, что данному событию предшествовала большая кропотливая работа совместно с государственной налоговой службой в Одесской области, местными органами власти, депутатами, налогоплательщиками. Ну и результат, по словам Татьяны Владимировны, стоит приложенных усилий. Теперь прием налогоплательщиков и работа самих налоговиков будут осуществляться в комфортных условиях. Основная задача – изменить формат налоговой из фискального органа в сервисную службу. Улучшение качества предоставления услуг по выдаче справок и разрешительных документов, прием отчетности, входящей корреспонденции, обслуживание налогоплательщиков в специальных залах – это те первоочередные задачи, которые поставлены перед сервисным центром. Для удобства налогоплательщиков в сервисном центре в одном месте сосредоточены все необходимые услуги. Регистрация, консультация, предоставление административных услуг, проведение сверок, прием отчетности, выдача справок и работа приемной. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».